Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с главой ТУВ Шалбаном Караолом, в ходе которой обсудили возможность для наращивания производства сельхозпродукции и, в частности, развития животноводства в регионе. Стороны отметили наметившуюся в 2018 году положительную динамику сельхозпроизводства. В прошедшем году этот показатель увеличился и составил более 6 миллиардов рублей. В отрасли растениеводства наблюдается рост на 17%, в животноводстве – на 2,9%. Более 82% в валовом объеме сельхозпроизводства ТУВ приходится на продукцию животноводства. Отрасль активно развивалась в прошлом году, в том числе за счет господдержки. Благодаря этим мерам прирост племенного маточного поголовья сельхозживотных по итогам 2018 года составил чуть менее 5%. Наиболее значительно возросла численность племенных конематок. В настоящее время в Туве сосредоточено более 10% овец и 33% коз от всего российского племенного маточного поголовья. Кроме того, в прошлом году зафиксирован прирост производства скота и птиц, а также молока. По итогам первого квартала текущего года рост производства молока в республике продолжится. Растениеводство Тувы ориентировано на выращивание зерновых и картофеля, а также кормовых культур. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросу доведения средств господдержки до аграриев. В 2019 году на развитие сельхозхозяйства республики предусмотрены бюджетные средства в объеме более 360 миллионов рублей, из которых по данным Тувы на 7 мая текущего года доведено чуть больше 33 миллионов рублей. Железная дорога Элегест Кызыл-Курагина, которая будет строиться в рамках 30-летнего концессионного соглашения, даст новый импульс развитию республики. Об этом 14 мая сообщили в пресс-центре полномоченного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Миняйло со ссылкой на полпреда. Сергей Миняйло провел совещание по вопросам реализации проекта строительства в республике железной дороги линии Элегест Кызыл-Курагина. Обсуждение прошло при участии представителей Министерства транспорта России, Министерства строительства и ЖКХ, Федерального автономного учреждения Главное управление государственной экспертизы и представителей ОАО «Российские железные дороги», акционерного общества «Тувинская энергетическая промышленная корпорация». Возведение инфраструктурного объекта будет осуществляться в рамках 30-летнего концессионного соглашения, подписанного 17 мая прошлого года между акционерным обществом «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» и Федеральным агентством железнодорожного транспорта. 1 апреля 2019 года Тувинская энергетическая промышленная корпорация Кызыл-Курагина и РЖД подписали договор генерального подряда о проектировании и строительстве железной дорожной линии Элегест-Кызыл-Курагина. Общая протяженность железной дороги составит 410 километров, 290 километров из которых пройдут по территории Красноярского края и 120 через Туву. В связи с тем, что строительство будет вестись в гористой местности, потребуется возвести 127 мостов протяженностью порядка 16 километров и прокладка 8 тоннелей общей длиной 11 километров. В Кызыле 19 мая состоится торжественная церемония открытия 4-го этапа конкурса «Военное ралли» в рамках всеармейских соревнований «Арми-2019». Известно, что конкурс пройдет в 4 этапа – индивидуальная гонка, гонка с преследованием, огневой и командная гонка. Первый этап – индивидуальная гонка – состоится 20 мая в Тандинском районе. Общая протяженность маршрута – 268 километров. Второй этап – гонка с преследованием пройдет 22 мая близ села Сукпак Кызыльского района. Маршрут составит 249 километров. Третий этап, огневой, назначен на 23 мая. Конкурс пройдет на полигоне 55-й отдельной мотострелковой бригады.
Четвертый этап «Командная гонка» состоится 24 мая в Каахемском районе. Протяженность маршрута – 328 километров. Торжественная церемония закрытия конкурса всеармейских соревнований пройдет 25 мая на площади Арата в городе Кызыле. В этом году количество команд увеличено с 6 до 10. Участниками станут представители Западного, Южного, Центрального, Сибирского и Восточного военных округов, воздушно-десантных войск России, Росгвардии и трех воинских частей непосредственного подчинения, учебный центр города Острогожск Воронежской области, автомобильная база Минобороны России и 100-й отдельный полк материально-технического обеспечения поселка Калининец Московской области. В МВД по Республике Тыва подведены итоги отборочного этапа конкурса «Полицейский дядя Степа». Накануне, 13 мая, сотрудники МВД по Республике Тыва и члены общественного совета подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». В этом году конкурс, давно ставший традиционным, посвящен предстоящему празднованию в 2020 году 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Так, по итогам конкурса лучшими стали воспитанники детского сада «Челеш» с села Булунбажи Розинского района, Полина Павлова, 6 лет, Кызыл, Найдан Оржак из Ак-Довурака. В этом году на конкурс было прислано более 20 работ. А свои поделки представили участники из города Кызыла, Улукхемского, Эрзинского, Тесхемского, Барунхемчикского и других районов нашей республики. Жюри предстояла очень сложная работа, поскольку каждая поделка была уникальна и интересна по-своему. И жюри, в состав которого вошли члены общественного совета при МВД по Республике Тыва, выбрали три работы, наиболее интересные по их мнению. И работа победителя будет направлена на всероссийский конкурс «Полицейский дядя Степа». Оформить билет на поезд дальнего следования для детей в возрасте до 1 месяца теперь можно по медицинскому свидетельству о рождении. Накануне вступили в силу изменения о правилах оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте. Теперь не обязательно иметь при себе оформленное свидетельство о рождении ребенка. Его с успехом заменит медицинское свидетельство о рождении, которое выдают не ЗАГСы, а учреждения, родильные дома и индивидуальные предприниматели, предоставляющие медицинские услуги. В билете на поезд, оформленном по такой справке, должны быть указаны фамилия ребенка или одного из родителей, а также серия и номер документа. Это же медицинское свидетельство о рождении теперь допускается предъявлять и при посадке на поезд. Такие перемены понадобились, поскольку в последнее время участились случаи, когда родителям отказывали в оформлении проездного билета на поезд дальнего следования детям в возрасте от 1 месяца до получения на них свидетельства о рождении, говорится на сайте Кабмина. Кстати, бесплатно провозить в поезд дальнего следования взрослый пассажир может одного ребенка в возрасте до 5 лет, если он не занимает отдельное место. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Не знаете, где искать деньги? Найдем! Отличные наличные, займы до зарплаты. Продукты питания, одежда, обувь, товары для дома, строительные материалы, автомобили. На выставке «Тыва-экспо» с 17 по 19 мая в спорткомплексе имени Ярыгина. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Аккредитация общественных наблюдателей основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года. На основании соглашения о взаимодействии с Министерством образования и науки Республики Тыва, Тувинский государственный университет готовит общественных наблюдателей из числа студентов для контроля за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации.
течение учебного года 206 студентов проходили обучение по программе Корпуса общественных наблюдателей. 14 мая на базе Института оценки качества образования Республики Тыва проведена процедура аккредитации общественных наблюдателей. Аккредитация включает в себя подачу заявления, прохождение тестирования на знание порядка проведения государственной итоговой аттестации. Тестирование проходило в режиме онлайн. Проходной уровень не ниже 75% правильных ответов тестирования. За ходом прохождения аккредитации следили сотрудники Института оценки качества образования Республики. Общественным наблюдателям предстоит важная миссия – осуществлять контроль за ходом проведения экзаменов основного периода 2019 года. С 14 по 19 мая проводится всероссийская акция «Стоп ВИЧ СПИД», приуроченная к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Всероссийская акция проводится по инициативе Фонда социально-культурных инициатив и призвана содействовать решению ряда актуальных задач в сфере противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России. А именно – информирование молодежи по широкому спектру эпидемиологических, методологических и социальных аспектов профилактики ВИЧ-СПИДа в образовательной сфере, профильным информационным ресурсом, а также своевременным подходом и эффективным практикам сдерживания эпидемии, формирование у обучающихся образовательных организаций уверенных навыков здоровья сбережения, а также ассертивного стиля поведения, обеспечивающих снижение риска инфицирования ВИЧ. Форум адресован обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и призван стать событием, фокусирующим внимание молодежи на необходимости активного и сознательного противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Трансляция форума будет проводиться на сайте stopvichspeed.rf. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные, удобные условия по займам. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент. Просто и по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. По республике переменная облачность, ночью местами, днем повсеместно небольшой и умеренный дождь. Мокрый снег, снег, возможно, гроза. В Кызыле переменная облачность, ночью без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Порывы до 13 метров в секунду. Днем от 12 до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, минус 3 градуса, днем плюс 10, плюс 12 градусов. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.